Всем доброго времени суток. С вами Натали и Гарри. Долго не снимали видео, новогодние праздники. И сегодня я решила показать вам, какие прекрасные получаются почки. Это я сплела второе такое ажурное дерево для Гарри. То, которое было в предыдущем видео, он уже все пообгрызал, каждую почечку. Ему очень нравится. По нему удобно гулять. Да, Гарри? Вот. Поскольку у нас сейчас зима, веточный корм обязательно должен быть в рационе у попугая. Поэтому мы сделали ему вот такое прекрасное ажурное дерево с вербы. Верба относится к разрешенным растениям, деревьям для употребления попугаем. Еще у нас есть вот травка с пшеницы. Сначала она просто пророщенная, он кушает, когда она еще в маленьких зернышках. Затем понемножку он кушает зелень. Он не очень любит, ему веточки больше нравится. И вот тоже сходили в лесу, несмотря на то, что уже мороз, зима, боярышник прекрасно держится на веточках, и боярышник мы тоже ему даем. Гарри, еще у нас из новостей, у нас отрастает хвостик, наконец-то становится похожий на длиннохвостого попугая. Гарри, конечно, тут пока только парочку отрастает. Но со временем клетка у нас большая, поэтому больше, надеюсь, поломок хвоста у нас не будет. Да, Гарри? Иди ко мне, мое солнышко. Иди, иди к маме. Иди. Иди, моя любовь. В плане разговоров обучаю его. Но он разговаривает пока неразборчиво и только тогда, когда сам находится в комнате. Как только начинаешь его снимать, он сразу же замолкает, вот как сейчас, и просто слушает. Гарри, что там, зайка? Желтые перышки потихонечку уходят, которые вот у нас на спинке появились. Да, зайка? Гарри, новогодние праздники прошли спокойно. Никаких гирлянд у нас в комнате, где Гарри, не было. Поэтому для него было спокойно. Шума петарды, выстрелов тоже у нас не слышны были. Похвастайся, какой у тебя вот хвостик отрастает. Красавчик. Вот такое небольшое видео. Подписывайтесь на наш канал. Будем снимать еще видео. Надеюсь, что Гарри начнет разговаривать более разборчиво. Смогу это снять. И обязательно поделюсь с вами. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Всем пока-пока!